Привет-привет! Ну что, я буквально на парочку минут хочу продолжить говорить на тему комплекса возраста. Услышала такую рекомендацию, что я слышу этот вопрос постоянно. И в этот момент, ну, мне казалось, что я чувствую там раздражение, быть может, да. И вот, я слышу такую рекомендацию от психолога: попробуй в этот момент, ну, вообще неважно, даже эта ситуация, либо ситуация, например, спасательство, попробуй проговаривать: да, у нас ветер, ветер, ветер. Попробуй проговаривать, что ты сейчас чувствуешь, там, например, что меня это травмирует, меня это ранит, да. Вот, и я сейчас попробовала сказать, что... Ну, меня спросили, сколько тебе лет, да, я постоянно слышу этот вопрос. И я как-то попробовала ответить, то что... Как же я ответила? То что мне больно сейчас. Как-то это... Я боюсь. Ну, что-то такое я ответила. Я чувствую уязвимость, вот. Я знаю, что человек увлекается психологией, я так попробовала, что я сейчас чувствую себя уязвимой, мне сейчас больно. И в ответ я услышала, да, почему? Я сказала, что мне сейчас больно, и я слышу, почему. То есть это, ну, получается, то есть я уже научилась, да, и раньше я наоборот, я всем рассказывала, то есть я наоборот как бы был такой вот экспрессионист, да, то есть у меня был стыд, да, ну, у меня нарциссический стыд, да, я всем говорила там в каждом предложении, сколько мне лет. Потом я стала такой француженкой, и я подумала, что я имею право на некоторую закрытость, и я стала говорить, что это личный вопрос, и я слышала такие как комментарии: а что, сколько лет, это личный вопрос, куда, для меня это про личное пространство. Ветер, 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 ветер. Вот, что еще? Я говорила, я не буду отвечать на этот вопрос, прямо так вот стою, я не буду отвечать на этот вопрос, я не буду. Те вопросы, на которые я не хочу, на это слышала какие-то догадки. А давай вот я. А может, у тебя столько, а вот столько? То есть каждый раз видела какую-то реакцию, которая меня как бы как-то ранила. В общем, на самом деле я очень плохо выдерживаю чужие эмоции, от слова совсем. Это только вот. И любые. Ну, я симпатичный такой вид, да? Так что вот, ну, я, по крайней мере, сделала первый раз такую попытку сказать, что мне сейчас больно, я чувствую себя уязвимой, да, когда ты задаешь этот вопрос, и на самом деле это действительно полезно, потому что я бы, да, продолжила уже сама с собой, я бы сказала, вы знаете, как сказала, что мне сейчас хочется уйти, ну, как-то уйти с этого места, да, где мы общаемся, как-то покинуть тебя, уйти, скрыться, вот больше такие какие-то чувства, да. Ну вот, я привела пример, да, что такое нарциссический стыд, да, нарциссическая уязвлённость, ну, как-то так. Такие классные детские площадки, да? Вообще супер классно. Я, в общем, я хочу читать стихи, я уже это делаю, да? Вот, но я не могу их выучить. Я не могу их выучить, понимаете? Вот, и поэтому я решила, что я буду в одном месте снимать один кусочек там, один отрезать. Потом, в общем, буду делить стихотворения на части какие-то маленькие, буду снимать в разных местах. Лазанья. Как-то так. Всем пока-пока. Дождливый денечек, но всем хорошего, отличного летнего денечка. Все равно так скажу. Ай.